Это американский кишмиш под названием Face Seedless. Селекции университета Арканзас. Хоть он относится к лабрусковым кишмишам, вкуса лабруски нет в ягодах. Мякоть у него плотная. Кожица тоже достаточно плотная, но съедаемая. Рудименты на второй класс. Ягода где-то 3-4 грамма, грозди 300-350 грамм. Урожайность высокая. Высокая устойчивость к грибным болезням. Выдерживает морозы, по данным оригинатора, до минус 25 градусов. Созревает в наших условиях в первой декаде августа. Представляет интерес по своим свойствам устойчивости, морозостойкости и качеству урожая. И кому не нравится лабрусковый аромат, может обратить внимание на этот кишмиш, потому что в нем этот аромат отсутствует. Высокое сахаронакопление. Подходит для сушки и потребления в свежем виде.